Шансы бывшего премьера Греции Алексиса Ципраса на переизбрание тают на глазах. Согласно новому соцопросу, его партия Сириза впервые за последние месяцы уступает консерваторам. Избиратели недовольны последними действиями бывшего главы правительства. Предугадать результаты досрочных парламентских выборов, намеченных на 20 сентября, нелегко. Многие греки еще не решили, за кого отдадут свой голос. Греческие левые из Сиризы перед выборами стремительно сдают позиции. Впервые за последнее время их обошли по популярности консерваторы из партии «Новая демократия». Решение Алексиса Ципраса распустить правительство и провести досрочные выборы ослабили его позиции. Экс-премьер пошел на такой шаг, чтобы избавиться от однопартийцев-бунтарей, которые восприняли в штыки его решение ввести меры бюджетной экономии. Сириза, которая пришла к власти благодаря упрекам такого законопроекта, теперь сама стала его инициатором. Он говорил, что не будет трогать пенсии, чтобы получить от кредиторов деньги. А получилось все наоборот. Сейчас мы в еще худшем положении, чем были раньше. Многие избиратели, крайне недовольные заявлениями Ципраса, обвиняют его в безответственности. По их словам, в погоне за политической выгодой он забыл об интересах всей страны. Я не считаю, что выборы были необходимыми. Прошлому парламенту надо было договориться внутри себя, сформировать нормальное правительство и дальше решать насущные проблемы. Не прибавляет Ципрасу очков и наплыв мигрантов. Лишь за последние два месяца через Грецию прошли 160 тысяч беженцев. Это больше, чем за весь прошлый год. Накануне министр экономики попросил у Брюсселя дополнительной помощи – 700 миллионов евро на строительство приютов. По его словам, из-за нашествия мигрантов поток туристов на некоторых островах сократился на 70%. Гаухар Сарсенбаева, Брайди Хамбай, Харакой Стурмагамбетхаза, 24 KZ.